Всем привет, не пугайтесь, это я, со мной все в порядке, просто я немножко не в том состоянии сейчас, чтобы прихорашиваться для роликов, даже для тех, которые посмотрят разработчики нашего сегодняшнего объекта восхваления или наоборот осуждения. Так что для того, чтобы вы не пугались, в ролике в качестве камерных вставок буду появляться не только я. Будем делать такие перерывы, чтобы у вас там сердце не остановилось от такого... От такого меня. Короче, да, как вы поняли, сегодня речь пойдет про Омэнсы, и... я не стал делать полноценный обзор, потому что я хотел бы сохранить силы для каких-то других роликов, но какие-никакие мысли у меня тоже есть, которыми я хотел бы с вами поделиться. Так что, да, без лишних слов... Какой наступаем приступ? Стоп, ручку. Как всегда. Ну, я даже перезаписывать не буду. Не, все, ребят, приступаем. Давайте я кое-что скажу перед началом, чтобы не было никаких недопониманий. Я за фанатское творчество в нашей фанбазе. Тут обитают по-настоящему талантливые люди. Ну, наверное, кроме экзешеров. Мне порой кажется, что это, бля, не люди какие-то, я не знаю. Это какой-то кошмар. Вот к ним в фанбазу лучше, наверное, не лезть. Так вот, то, что сделали Ураборосы, их амбиции, то, что они не сдались после шквала негодований и критики со стороны игроков, реально вызывает у меня уважение. Не думаю, что каждая команда, разрабатывающая фан-проект, довела бы до конца свою игру после всего того говна, что вывалилось на разрабов. И зачастую должен сказать заслуженного. Они постарались в некоторых местах исправить то, на что жаловались игроки, включая оптимизацию. Но ключевое слово тут постарались. Другой вопрос, что получилось в итоге. Скажу также, что мне абсолютно незачем покрывать команду, в которой один из членов банил других людей просто за то, что они подписаны на неугодный ему паблик. Или которые в открытую называют лохом человека, который сидит и горит с того, что у него не получается пройти игру. Еще и хихикает с него. Так что все, что я скажу в этом видео, будет основано только на моих впечатлениях и эмоциях после прохождения игры. Более подробные разборы предыдущих эпизодов у меня лежат на канале, можете глянуть эти ролики по ссылке в описании. Так что особо долго задерживаться на них я не буду. Бегло пройдемся по изменениям и приколябах, начиная с первого эпизода по конец Shadow of Water. Первым делом я чекнул ступеньки. Те, кто шарят, знают, что я в прошлом ролике про Омэнсы жаловался на то, что Соник не может взбираться по лестнице на первом уровне. Это починили. В одном месте, конечно, работает через жопу, но в целом окей. Также Тейлз теперь стоит поближе к двигателю или мотору, хер знает. Но неважно, теперь он стоит поближе к этому объекту и видно, что он его чинит, а не просто ключом стоит, воздух закручивает вместо гаек. Для самых маленьких добавили туториалы, что несомненно круто. А, кстати, пока мы на первом уровне. Я хз, нормально это или нет, но когда я слушаю музыку на левеле, мне постоянно кажется, что я где-то на втором мониторе играю в Sims и создаю персонажа. Уж очень сильно эта мелодия подходит Симсу. Также во время файта против пенсионера Эгдрагона вы больше не увидите бадников. Их убрали для того, чтобы они не мешали игроку, который камеру наводит только на драгуна. У разрабов, кстати, ни стыда, ни совести нет, и они этот черный пенис убирать не стали. Если мне забанят ролик или кинут 18+, знайте этих злодеев в лицо. Также добавили анимацию для накапливания энергии Лайдэша. Теперь Соник не просто стоит на месте, а еще и финты выкручивает какие-то. Я, кстати, совершенно случайно заметил, что в игре отключается HUD. Если я ничего не путаю, то это можно сделать, нажав на английскую U. Это очень полезная штука для тех, кто делает те же игрофильмы, привет, Жень, и тех, кто хочет полюбоваться уровнями без лишнего мусора на экране. Самолетик я как считал жестью, так и считаю до сих пор. В частности, из-за лага. Я буквально страдал от них время от времени, потому что микрофрезы и дропы FPS играли со мной плохую шутку, несмотря на то, что я гамал на самых минимальных минималках. Возможно, так повлияло на лаги запись экрана, хз, но местами мне было очень больно. Апдейт, да, все дело было в записи экрана. Когда я играл без нее, я даже смог повысить настройки, чтобы глазам было приятнее. Но счастье мое длилось недолго, потому что на других уровнях там все такой же капец был с лагами. Так что рано радовался. А еще и моменты с черным экраном повторялись. Кто-то говорил, что в уровнях FPS поприбавилось, но у меня были проблемы с кадрами на первом уровне и на пляже. Возможно, они были где-то еще, но мне кажется, что при первом прохождении я к такому уже просто-напросто привык. Вернемся к самолетику. Во второй секции уровня в каньоне ветер поубавили, и теперь он не такой лютый. Спасибо, матушка природа. Но тем не менее, проседы FPS, подгрузка и черные экраны продолжали мешать мне играть. Особенно обидно было сдохнуть в самом конце уровня, врезавшись в стенку из-за микролага. Ты, синий жопошник, говоришь, что ничего не видишь из-за песчаной бури. А я не вижу ничего из-за дальности прорисовки, потому что если ее увеличу, то увеличится и дроп и FPS. Фу, блин, это еще не все. Дальше у нас Гнарл, который почему-то стал выползать из рандомных мест. Я не буду спорить, возможно...
Да ёб твою мать. Я не буду спорить, возможно, он так делал и в последней демке, но почему-то я четко запомнил, что он выползал практически оттуда же, куда и заползал. Тут же, перед тем, как он вылезет, будет обозначаться место, откуда он еще на вас полетит, но на минималках это было вообще почти незаметно. Так мало того, этот хуй был в некоторых моментах просто нафиг неубиваемым. Я ему в пачку затолкал ракету, из пулемета пострелял, а последнее хп у него не убавлялось. Зато нехило так убавлялось у меня, из-за чего я умирал. Это что, какой-то троллинг? Теперь перенесемся в White Jungle и катсцену перед уровнем. Я сейчас докопаюсь, возможно, но лучше бы те, кто отвечали за катсцены и озвучку в целом, оставили эту фразу в ее изначальном состоянии. Потому что у меня сложилось такое ощущение, что прежде чем сказать это предложение, Тейлз затянулся аж кюдишечкой, и у него стал голос, который мы слышали только что. You won't get away, Eggman! Ну, про озвучку мы поговорим потом. Над самим уровнем, как я сказал ранее, поработали немного, и теперь он лагает поменьше. Однако баги все так же встречаются. Вот, например, пружина меня вообще такого красивого отпускать не хотела. Похожая тема у меня происходила в эпизоде Shadow с капсулой. Переходим к дереву, которое никто не любит. И первое, что я заметил, места, откуда вылезают пузырьки, теперь лучше видно за счет таких вот... хз, назовем это... Я даже не знаю, как их назвать, пусть будет по старинке, хренью. Кстати, цирковое шоу никуда не делось, и уробороса все так же заставили волка прыгать по кольцам. За шо, сука? Еще и шоу пошло не по плану. Некоторый человек, кстати, заострил мое внимание на том, что здание, которое мы видим у финиша, стыбзено из Luminous Forest из Sonic Forces. Достаточно интересная и забавная вещь одновременно. Дальше шел мой любимый Waterfall Chase, и ему добавили еще одну развилку. Про эпизод Shadow мне... толком нечего сказать, так что переходим к новым эпизодам. Если вы не промотали вот до этого момента немного раньше, за что я благодарен, то вы либо разраб Оменсов, либо мой преданный подписчик, либо вам понравился мой голос. Судить не могу, ведь я просто охрененен. Начнем с того, что у Соника появились нормальные веки. Вот это оменсовский вахуи. Но буквально в этой же катсцене я увидел нечто общее между Sonic Team и Уроборосами. Они оба показывают нам офигенную подводку к босс-файту и тут же сливают его. Я, как и вы, уверен, был бы не прочь помахаться с Shadow. Да, на создание файта ушло бы несколько дней, но тем не менее, было бы классно, я думаю. И после этой катсцены начинается первый новый уровень. Я не помню, как он называется, так что будем называть его Subway Surfers. Почему? Ну, сами посмотрите. В целом уровень прикольный, мне понравился. Где-то проверят ваше взаимодействие с хаос-приколами, хотя я трахнул систему в одном моменте. Также проверят вашу реакцию и то, как вы можете подстраиваться под ситуацию. Кстати, я вне записи за Соника проходил этот уровень, и у меня ёж на экране результатов куда-то прямо на глазах уехал. Видео подтверждения у меня нет, но клянусь своей медиагигантностью, что такое было. Дальше идет босс-файт с Эггманом. Его я ушатал с 3-4 попытки. Один раз я там из-за бага сдох, так что не считается. Для подготовленного игрока это будет капец, потому что эта битва идет на ходу, и если вы будете отставать от Яйкина, он на таран полетит вперед. Я до сих пор без понятия, как от этого уклоняться. Плюс ко всему, на одной из атак вам придется слушать заряд лазерной пушки, чтобы вовремя уклониться. Вся проблема босс-файта в том, что после получения урона вы теряете все кольца. И то, как они тупорыло собираются, я заметил только на этом этапе. Посмотрите, бублики вылетают из вас по очереди и разлетается вокруг вас. Но когда вы бежите в сторону кольца, оно отбивается от вашей ноги и улетает к каким-то пердям. Я лучший в мире, а ты хуй, блять! Та же самая ситуация была в Сонике 2006. И знаете что? Физика колец. Эта гребаная физика колец меня охренеть как раздраконила. Но не в том я положении находился, чтобы оценить, какие разрабы молодцы. Прописали этим кругляшкам код, благодаря которому они отлетают. На последних ударах Эггман начинает комбинировать атаки, и вместе со снарядами в вашу жопу могут поджечь лазеры. Если вы умеете делать два дела одновременно, уклоняться квикстепами и слушать заряд лазера, то проблем с уворотами у вас возникнуть не должно. Дальше идет какой-то мини-уровень в виде сна Соника. Локация из себя представляет укороченную версию первого уровня, только в этом самом сне еж не может быстро бегать. Видимо, это был его ночной кошмар. Единственное спасение — прыгать. Собственно, так я и прошел этот левел побыстрее. Переходим к... ой, бля... второму уровню на самолетике. Теперь вам нужно быть в несколько раз осторожнее и внимательнее, ведь препятствий и объектов по типу лазеров, которые могут покоцать гипертормадо, стало больше. Казалось бы, куда уж больше, а вот нашли куда. Однако в моем случае стало больше и микролагов. А еще тут прямо из-под земли бьют какие-то мощные источники чего-то, что ваншотит самолет. Я, кстати, не упомянул об этом, но теперь, когда вы будете врезаться в стены, зажав кнопку ускорения, то у вас будет сноситься аж половина полосы здоровья. Если без буста, то там уже все зависит от скорости, на которой вы впечатались.
Если летели медленно, то вообще может ничего не сняться. Если достаточно быстро, то может сразу несколько полосок убавиться. Слава яйцам Метрексов, на уровне очень много колец, с помощью которых вы можете подлатать торнадо. Локация сама по себе красивая, и в ней очень много всего фиолетового. Гоша Маклауд по-любому заценит. Ближе к концу уровня вас будет поджидать птиц. На него я всрал достаточно... Ну, жизни тут благо нет, так что скажу попыток, чтобы осознать, что тайминги и тут решают. Когда этот товарищ летит на фулл спидах вперед, вы по-хорошему должны находиться в трубе. Когда он улетает, вы двигаете к следующей трубе и так пока не пройдете уровень. Плюс там потоки ветра еще есть, но я как-то с прошлых демок придрочился уже, так что проблем с ними у меня не возникло. Дальше идет Мария. Как же тут некоторые на говно и зашли, это просто кошмар. Вы прикиньте, омэнсы вышли, а я на тот момент был в Киеве, снимал вставки для прошлого ролика. И пока ехал в метро, слушал голосовухи, где люди буквально орут, а Сумочкин сделал рейдж-квит. Я уже тогда к худшему готовился. И я не знаю, то ли у меня руки из нужного места растут, то ли еще что, но на Марию я потратил всего минут 10. Уверен, что на ней я просидел бы еще меньше, если бы не один моментик, о котором расскажу позже и который очень часто у меня повторялся. Ну короче, этот босс мне чем-то напомнил Флауи из Undertale. Такой трэш происходит, мне такой даже не снится. Чтобы победить как можно скорее, используйте хаос-контроль. Это ваше единственное спасение. Благо, по уровню будут разбросаны капсулы с энергией. Вот только минус этого самого хаос-контроля заключается в том, что я его активирую, и Shadow стоит как обосранный, им невозможно пошевелить, пока его кто-то не ударит. Так я не втыкаю, ты заебал. Было такое, что Shadow вообще прилип к врагу и не отлеплялся, пока его кто-то не застрелит. За Соника вне записи я Марию прошел с первой попытки, так что вот этот вот трешак для меня вообще легкотня ебаная. Ну гайс, вы имеете дело с человеком, который несколько лет назад впервые проходил Undertale и прошел пост пацифиста без смертей, а пацифиста с одной смертью на Флауи, так что вы меня этим не запугаете. Дальше идет предпоследний этап, и к нему у меня тоже есть пара вопросов. Начнем, пожалуйста, с врагов. По уровню бегают теперь не дроны и роботы Ган или Экпауны, а какие-то микрочелы. Пусть будут миньоны Экзайлда. И некоторые из них стоят группкой. А после того, как видят ежа, начинают вас херачить молнией. Я долго не мог понять, что же с этими говнюками делать, пока не осознал, что единственное, что меня может спасти, Light Dash. Становитесь в каком-то укромном местечке, накапливайте энергию и херачите этих парней. Уровень будет иногда повторяться. Например, местами, где надо будет бежать по стене. Кстати, мужики, я тут словил небольшой баг с наклоном камеры, так что поправьте, если вы еще не выпустили патч. Так вот, сама стена. Я не понимаю, какому гению пришла в голову мысль, что когда игрок получает дамаг во время забега по третьей стене, а может и второй и первой, я не замечал, Соник умирает. То есть он не может получить урон и бежать дальше? Очень странное решение, что делает игру еще хардовее. Я понимаю, что вы не прощаете игроку ошибок, но давайте пойдем дальше. Уберем кольца с уровня, чубы нет. Я думаю, что про баги говорить не стоит, так что скажу, что я надеялся, что полетов при помощи лианы будет много. И мне вполне хватило того, что я получил в итоге. Теперь у нас Соник наполовину Флэш, наполовину Леди Ба... наполовину Человек-паук. Ну и наконец-то, мы дошли до Экзайлда. У него есть две фазы. Первой мы сражаемся за обычного Соника, во второй за Супер Соника. Весь прикол первой половины битвы заключается в том, что вам нужно будет накопить энергию, и когда достигнете 100%, в прыжке надо будет нажать кнопку Light Dash, и Соник превратится в супер форму. А изгнанный упадет, ведь у него сильно разболится... голова, я не знаю, из-за чего у него это происходит, но, короче, надо будет в этот момент его гасить. И иногда это было с трудом делать. Сложность заключается в том, что чувак не будет АФК стоять, а постоянно будет как-то атаковать, из-за чего появляется главная сложность. При попадании в Соника вся накопленная энергия множится на ноль. Я понимаю, что разрабы любители жесткого садомаза, но от некоторых атак изгнанного херу вернешься. И у меня это порою вообще не получалось. Особенно меня выбесил лазер, который мне прям жестко мешал. Благо, помимо капсул, по арене бегали миньоны Метарекса, за которых энергии давали чуть больше. Ну и там нашлись эти уебаны, которые бьют вас молниями. Но вообще, должен сказать, уроборосы молодцы. У них, оказывается, есть скрытый талант того, как вывести игроков из себя. Ребята, пожалуйста, вот просто прошу вас, скрывайте его и дальше. На первой фазе я просидел недолго, вторая вообще изичная. Если вы внимательно прочитали подсказки, которые вам дали перед первой фазой. Так почему бы не показать игроку фишки, связанные со вторым боем перед началом этой самой второй схватки с попущенным? Логично. Не правда ли? Ну короче, теперь капсулы собирать никакие не надо, энергия накапливается за счет того, что вы бустом бегаете по локации. Потом, когда накопите, подпрыгивайте, жмете Light Dash и пошуршали мочить обоссанного. Вот в принципе и все. Но есть один моментик такой достаточно интересный. Почему после прохождения игры я среди этапов не могу выбрать файт с пососной? То есть, либо я на своем Наруте окончательно уже посадил зрение, либо его тут реально нет. Поговорим о сюжете. Забегая наперед, скажу, что лично для меня он оказался весьма перегруженным. Да, нам тут будут пытаться объяснить, почему в
последних играх нема Изумрудов Хаоса, но то, как это делает тут, это капец. Давайте я вам объясню то, что нам тут хотят рассказать, особо не задерживаясь ни на чем, потому что мне самому было бы неплохо разобраться в том, что вообще происходит. А мысли мне всегда было удобнее записывать. События игры происходят между Unleashed'ом и Colors'ами. Я не понимаю, почему некоторые говорят про Lost World, но Colors'ами. Примите это. Причем берут в учет X и продолжают еще и его. Я в ахуе, я удивлен, что не появились еще Freedom Fighter, чтобы игра была лучшей из лучших. Лера, муа. Ну так вот, по новостям передают, что Эггман украл Изумруд Хаоса в храме Гаи, и наша разношерстная братва идет бить усатому морду. Как вдруг последнего отпинывает какой-то хрен по имени Гнарл, с которым сражается Соник и Тейлз. Битва была не на жизнь, а на Изумруд Хаоса, после чего эти двое находят еще один камень, который вступает в реакцию, судя по всему, с первым и отправляет Тейлза покемарить. Команда лишается пилота, и гипертарнадо летит вниз. Тем временем Шэдоу проходит тренировку от правительства, и Ган отправляет его на задание по свисшиванию одного из изумрудов, на который уже положил глаз Эггман. А перед этим какая-то морда дает еще и зеленый изумруд. Понятное дело, что темный еж — это самый натуральный лох, который без своей помощницы ничего не умеет. Но неудивительно, Руж в очередной раз в соло тащит игру. Короче, он приезжает на место и обнаруживает, что изумруда-то нет, его уже Соник своровал. Как говорится, кто первый встал, того и тапки. Так или иначе, теневому приходится сражаться с Вортексом, одним из знамений. Гнарл был первым. В общем, после победы Шэдоу находит Соника с Тейлзом, и Лисяра выигрывает немного времени, чтобы Синий успел угнаться за Эггманом. И как бы все получается, Эггман повержен, приезжает Ган и конфискует три изумруда, которые были у Эггмана, чтобы отдать их Менчику по имени Изгнанный. Интересная картина складывается. Метарекс кидает правительство через свой метахуй, а Шэдоу появляется сзади протагониста и вырубает его. А затем отдает и свой изумруд. Вы такие, наверное, ебать, что происходит, почему все ему отдаются мощнейшие источники энергии? Ща дойдем до этого. Во сне Соника мы видим взрослого Криса, который, как оказывается, хотел объединить два мира. Человеческий и мир Соника, дабы обеспечить всем человекам лучшее будущее. Ведь тогда людям не придется сражаться за ресурсы, если есть энергия хаоса. И, наверное, чтобы не отдаляться от своего шипастого друга. Приоритеты каждый уже расставит сам. Соник просыпается, и оказывается, что мы находимся на корабле Эггмана. Со слов самого Яйкина мы узнаем, что спустя менее 15 лет Крис рипнулся из-за своих путешествий между мирами. То он помолодел, то постарел. Не выдержало тело молодого. Также он работал на Ган и познакомился с Одиноким. Метарекс узнал о намерениях Криса и захотел ему помочь. Причем, насколько я понял, реально помочь, без скидков в конце и прочего. Затем, когда Криса не стало, челики переделали мечту парня под себя. И когда Космический это пронюхал, он осознал, что ловить среди гановцев ему больше нечего, и ушел. Познакомившись с Шэдоу, чувак, которому я не могу уже придумывать оригинальное имя, решил манипулировать временем. Ничего это не напоминает? Короче, Экзайлду нужно было офигительное количество энергии для его плана, которое можно выработать только тогда, когда изумруды уничтожатся. Естественно, в такие детали Кент не посвящал Шэдоу, но один из угрюмых не отказался от возможности путешествовать во времени, ведь у него есть подруга, с которой он хотел бы еще раз повидаться. Отсюда и пробудились знамения в лице Гнарла, Вортекса и Эмбера. Они почули, что изумрудам что-то угрожает, и стали на их защиту. Фу, вроде я кратко и понятно попытался пересказать смысл того, что нам рассказали в этой катсцене. В ней информация о сюжете больше, чем во всей игре в целом, я даже сейчас не шучу. После этого наши герои летят к цитадели Изгнанного, а Шэдоу уже тем временем наблюдает за всем пердецом, что творится снаружи, и встречает... Марию. Как говорится... Всем cool. Олды на месте. Эта голографическая Мария оказалась иллюзией нашего старого, но никак не доброго Метрекса, который решил... сюрприз. Кидануть Шэдоу. И тут я ожидал, что будет файт за Теневого против Метрекса, но меня опять киданули. За шо? Ну короче, Соник пробирается внутрь цитадели и бежит ломать носы всем неугодным. А тем временем угадайте, что... Тейлз снова ломает свой самолет. Ну да, да, ломай, ломай, мы же миллионеры еще купим. Как бы еж не старался исправить и без того говеную ситуацию, 6 из 7 изумрудов уничтожаются. Последний камень он успевает выбить, в связи с чем получает по щам. И тут мы узнаем настоящую причину всего происходящего. Оказывается, главный гаденыш этой игры просто... хочет домой. И поэтому все это вытворяет. А то, что погибнет все живое на этой планете... Ты кому оно нахер надо, серьезно? Просто гениально. Но наш черно-красный дурачок спасает ситуацию и высвобождает Соника из лап Экзайлда. После чего мы слышим Чипа, который говорит, что он всегда будет защищать нашего ежа. Отсылка на мой игрофильм, так сказать. И оцениваем офигенную работу оператора за 5 рублей. Я считаю, что он полностью отработал свой гонорар. Ну и начинается, собственно, финальный файт. Между боевками тут даже вставили отсылку на X. Обалдеть, блин. По итогу наш Санек говорит, что он никакое не знамение и не хранить... А, нет, стоп. Он снова...
снова Соник. И не хранитель света. Кстати, стоп. Что вообще за хранитель света? Где тогда хранитель тьмы, я не знаю? Или Шэдоу, это он и есть? Тогда не кажется ли вам крутым, если бы Экзайлда останавливали и хранитель света, и хранитель тьмы одновременно? Этакий баланс. Нарисовали бы на руках персонажей Солнце и Луну, как в Наруто, и все. Так было бы еще круче, я уверен. Ну короче, не попавший домой двигает кони. И тут начинается то, что я не совсем понял. То есть, Соник уничтожает браслет чипа, чтобы... Что? Я решил спросить это у человека, который уже выпустил ролик, но и он не знает точно, что произошло. Уважаемые разрабы, мне правда интересно, что случилось. Объясните, пиши в комментах, я даже закреплю ваш комментарий. Ну дальше у нас Happy End, где все смотрят на ясное небо, которое спасено Соником. Ну и сцена после титров тоже прилагается. Шэдоу кидает плотную всем нашим, Тейлз купил билеты в парк развлечений Эггмана из Колорсов, а Соник навещает могилу Криса. В целом это все. Я немного затянул, знаю, но тут короче, наверное, никак, чтобы все поняли. Сюжет это какой-то капец. Тут с первого раза и без объяснений вряд ли кто-то что-то поймет. Плюс еще и опечатки кое-где встречаются. Могу похвалить за замашку на серьезный сюжет, связанный с Иксом, который лично меня не может заинтересовать вот уже который месяц. Мне просто-напросто не хочется его смотреть. Но в то же время сюжет Омансов сложный. Таким он дался лично для меня, напишите в комментах как вам. Ваши катсцены у Робороса это писец. Причем в самом хорошем смысле. Они классные и круто срежиссированы. Оставляю только некоторые вопросы по типу финала или почему роботы Гана, которые даже не стреляли в соло, вынесли Соника с Тейлзом. Если бы не Анубиас, то я с удовольствием после СНГ и, возможно, даже Фронтиров сел бы за игрофильм по вашей игре, но Женя делает все почти так же, как сделал бы это я. Так что я спокоен за дубляж, все норм. Давайте поговорим немного про озвучку. Начнем с Соника и Криса. Я знаю, что их озвучивает американец, так что дабы все поняли, предлагаю провести часть ролика на английском. Sonic and Chris sounds good. В принципе, я думаю, этого будет достаточно. Идем дальше. Тейлз и Руш. Алина, привет, хочется верить, что ты это смотришь. В личном разговоре я тебе говорил, что твоя Руш мне нравится намного больше, чем Тейлз. Единственная моя претензия к твоему персонажу то, что он в некоторых моментах звучит как девочка. Там слышно, как он тебе не просто дается, но я верю, что если ты будешь продолжать и дальше тренироваться, то у тебя все получится. Дальше идет Руш, и она озвучена уже лучше. Ну еще бы ты плохо озвучила. Я бы тебе тогда... Мы не пропагандируем насилие над женщинами. К ней мне подкопаться не к чему, потому что Руж в игре не так уж и много. За основу Алина брала, как я понял, что-то среднее между озвучкой СНГ и того, что мы слышим в играх сейчас, и получилось неплохо. Мне лично понравилось, и если бы мне не сказали, что это русскоговорящая девочка, я бы даже не заметил. Эггмана озвучил Сумочкин, и тут проблема такая же, как у Хмонариана. Жень, в некоторых моментах у тебя слышно твой русский акцент. Мне нравится твой английский Яйкин. Когда ты озвучивал его для Анлишеда, я до тебя вроде как жестко докапывался, когда ты что-то там не проговаривал. В английской же озвучке с этим все в порядке. Ну и коль заговорили про Хуманериана, давайте поговорим про Шэдоу. Хуману достался пусть и жалкий персонаж, но со своей мотивацией. Вот кто уж точно не клоун, так это сабы моего телеграм-канала. Там очень уютненько, я выкладываю туда всякие приколы, делюсь своими мыслями и общаюсь с подписчиками. Вон, они вас уже даже ждут, смотрите. Короче, ссылка в описании, давайте, бросайте булку хлеба и к нам в зал. Ладно, это уже куда-то не туда идет. Так вот, касаемо озвучки Шэдоу. Игорь, уж ты-то это видео точно смотришь. Ставлю свое очко, которое уже 100 раз разыгрывали на стримах в чате у других соника-блогеров. Проблема не ушла. Ты говорил, что практиковался, и мне хочется в это верить, но я не слышу какого-то вау-результата в новых эпизодах, которого от тебя ждал. Я прошелся по прям вообще пиздецким местам из предыдущих демок, и там я услышал, что звучат они не так отстойно. То есть да, какой-то прогресс у тебя есть, ты работал над своим произношением. Ну и коль у нас говорят, критикуешь, предлагай, я не засу и скажу, что половина того, что мне не понравилось, связано со слишком твердым произношением. Я не знаю, как это профессионально сказать, так что покажу на практике. Strange things are happening here. Strange things are happening here. I need to follow him. I need to follow him. The situation has changed, Sonic. Вот что это только что было? The situation has changed, Sonic. Ну то есть, согласные должны произноситься помягче. Я надеюсь, ты понял, к чему я клоню. Мне говорили, что ты сам понимаешь, в чем твоя проблема, но тебе сложно переделать твой акцент. Но над английским надо явно еще поработать. Я желаю тебе удачи и буду ждать от тебя какого-то фидбэка в комментах. Я думаю, что ты будешь дефаться, но в любом случае, я сказал, что думаю. Мне, кстати, интересно, почему Робороса выбрали именно Хуманериана. Поделитесь этой историей, ПЖ. Теперь пару слов об Экзайлде, потому что пары слов будет, правда, достаточно. Он звучит классно. Все, но я не знаю, что о нем еще сказать, честно. Когда я услышал
услышал Марию, я понял, что что-то тут не так, и оказался прав. Ее тоже озвучивает русскоговорящая девушка, но в целом она звучит прикольно. И мне даже показалось похожим в некоторых местах на то, что я слышал в Са-2. Плохого сказать ничего не могу, но точно так же не могу сказать ничего хорошего больше. Эми и Чип тоже неплохо озвучены. Классно, что было принято решение озвучить Чипа, как это сделали в японке, тонким голосом. Как это только Бол догадался, даже не знаю. Текс, вы только что услышали локальный рофл, который поняли только участники сквада под названием Капюшон. Так что да, после этой инфы вы можете продолжать смотреть ролик, так сказать. Во всех остальных я говорить, наверное, не буду, ибо из меня оценщик пиздец просто. Ну, Руш классно звучит, вот, Чип тоже неплох, Оставлю все это дело Карбону, вот там реально глубокая аналитика озвучки будет. Музыка в Омасах это... Я понял, что разрабам Джону Райзу нравится лютый битбокс 2011-х, но тут где-то половина всей игры состоит из этого. Не-не-не, я знаю, как описать треки из Омасов за пару секунд, смотрите. А я пока отойду пописить. Для меня музыка так, на один раз чисто поиграть и забыть. Мне нравится, как Джон Райс, наверное, сидел ночами в поте лица все эти композиции создавал, и тут я такой сижу, ну, музыка хуйня переделывай. Какой же я... Ну ладно, чтобы Райс не обижался, скажу, что ваша совместная работа с Bentley просто шедевр. Я не любитель такого жанра песен, но из-за припева Weight of the World по моему телу пробегали мурашки. Мне больше нравится вторая половина песни. Также могу выделить трек на уровне Цитадель Лотоса. Дроп на 26 секунде просто охренительный. Я очень надеюсь, что это написал Джон Райс, потому что если техно-синема, то будет неловко. Музыка в катсценах тоже очень классная, но на них я долго засиживаться не хочу, потому что ролик идет и так слишком долго. Я явно запланировал отстреляться побыстрее. Скажу только то, что местами есть отсылки на иксовские композиции, особенно тему Соника, и это звучит очень классно. Все, давайте заканчивать. Что же в итоге? Sonic Omens пусть и принято засирать большинством людей, но какую-то долю фана она мне все-таки подарила. Мне абсолютно плевать, кто там что обо мне плохое будет говорить после этого. По типу, это же Omens, как такое говно могло вызвать у тебя хоть что-то положительное. Ясно все с вашим Хенри. Я этих людей нахуя вертел просто. Вот, видимо, все-таки что-то да смогло. Да, я не сильно долго сидел на тех боссах, которые у многих вызвали зуд в жопе, но я так или иначе все равно считаю Омансы самой нечестной фан-игрой про Соника, в которую мне только доводилось играть. И таково ее делает неоправданная сложность, местами херовая оптимизация и баги. Я наслышан о том, что разрабы якобы относятся к своим игрокам как к говну, и некоторые факты говорят о том, что это правда. Более того, один мой подписчик скинул мне ссылку на документ, который показывает, каких скелетов уроборосы прячут в своем шкафу. Я с ним ознакомлюсь после того, как выпущу ролик, ибо я во всем этом плохо понимаю, а разобраться мне как бы хотелось бы. А потом еще прочитаю документ, который выкатили разрабы, где ответили на все претензии. Ходят слухи, что там кто-то что-то украл, какие-то модельки, какой-то саунд, из тачек что-то. Я очень надеюсь, что это рофл, потому что если нет, то я буду дико ржать. Понравилась она мне по итогу или нет, я так и не определился. В ней есть как положительные стороны, так и отрицательные. Каких больше, я для себя до сих пор не решил. Напишите в комментах, что вы думаете, будет интересно почитать. Блин, знаете, я вот сижу, записываю голос для этого ролика и прям прощаться не хочу, потому что я уже как-то к вам привык за этот... Ну, я час и пять минут сижу, записываю голос. Вот, мне с вами так комфортно, сижу, рассказываю вам что-то под геймплей, музычку из Майнкрафта. Прям уютно мне, не могу. Вот. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Еще спасибо за то, что вы поддерживаете меня и помогаете мне оставаться на плаву на Ютубе и придаете мне сил. Спасибо вам большое, подписчики. Ладно, к сожалению, я вечно тут вот так с вами сидеть не могу. Так что, наверное, надо прощаться. Не знаю, у меня часто такая грустнявка бывает, когда я заканчиваю записывать голос для больших роликов, и надо прощаться. Я вам просто не рассказывал об этом. Причем, знаете, непонятно, когда я снова появлюсь, и это иногда прям пугает сильно. Ну ладно, все, давайте, будем заканчивать. Спасибо большое, что досмотрели видео вот до этого момента. Я надеюсь, вам видос понравился. Дайте мне знать в комментах, было ли вам интересно, что понравилось, что нет. Я читаю все без исключения, так что не думайте, что я кого-то там пропустил или кого-то не прочитал. Читаю я абсолютно всех. Вот видите, как я время тяну, я не хочу прощаться, и все. Но ничего не поделаешь.
Все, я побегу. Желаю всем удачи в новом учебном году. Давайте там контрольные пишите на отлично. У кого экзамены будут, чтобы на максимальный балл сдали. Вы у меня молодцы. Все молодцы. Я верю, что у вас все получится. Все, все, все. Теперь точно заканчиваю. Давайте увидимся в следующих роликах. Всех люблю. Всем удачи. Всем ББ.